Выставка современных итальянских художников открылась в столице республики. Уфимской публике гости представили 50 работ. Здесь также можно ознакомиться с полотнами башкирских художников, которые были экспонированы в прошлом году в Турине на выставке «Взгляд из России». Если вы посмотрите итальянские работы и наши, большая разница как бы. Но все равно один вот культурный слой современного мира. Мы хотим бы эту программу продолжить, чтобы именно они хотят, уже они мечтают сделать в Турине галерею, русскую галерею. А мы хотим здесь сделать итальянскую галерею. В рамках открытия выставки «Взгляд из Италии» состоялась творческая встреча с президентом Академии художеств России Зурабом Церетели. Пресс-конференция с ведущими средствами массовой информации, художниками и искусствоведами затронула все актуальные вопросы современного искусства. Многие из присутствующих от мастера живописи и монументальной скульптуры получили оригинальные автографы. Поздравляю, что вы такие экспозиции делаете, такие работы показываете. Это все разных мышлений художников, знаете. Это поздравить, это молодцы, молодцы. Если вы еще через живопись объемные скульптуры перейдете, это для поколений важнейший фактор. И это дает доброту.